Следственными органами Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя поселка Ола. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. В результате преступления по неосторожности потерпевший скончался. По версии следствия, в вечернее время 14 апреля 2020 года обвиняемый находился по месту жительства своего знакомого в одной из квартир жилого дома на улице Октябрьской в поселке Ола. Во время возникшего между мужчинами конфликта злоумышленник, используя в качестве оружия плоский колюще-режущий предмет, нанес один удар потерпевшему в бедро, причинив телесное повреждение в виде колото-резанной раны с полным пересечением бедренной вены. От полученной раны 44-летний мужчина скончался. К данному моменту следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело передано для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд. Следствие собрало полную доказательственную базу в отношении злоумышленника. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинения преступника и передачи в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.